Всероссийская тренировка по гражданской обороне прошла во всех регионах России. Она проходит в два этапа. На первом отрабатываются вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных аварий. На втором этапе – вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения. Ульяновские спасатели отработали водную по чрезвычайной ситуации на природе. По легенде, загорелся лес в Чердакринском районе, а из-за усиления ветра огонь быстро распространился. 150 жителей соседнего населенного пункта оказались в опасности. Всего для ликвидации последствий ЧС были привлечены 287 человек и 49 единиц техники. Проведена эвакуация населения в безопасную зону. Работала горячая линия.